Приветики. Да, и тебе привет. Чем занимается лиса на самоизоляции? Ну, первое, это она медитирует на камне. Это первое и самое главное ее занятие. Второе, это избавляется от лишней шубы. Это второе ее занятие. Третье, конечно, она любит поесть. А дальше четвертое, это попрятать еду. Потому что вдруг самоизоляция продлится дольше, чем планирует. Так что еду надо прятать. О, кто-то вся в земле. Какая-то лисяка. У кого-то уже мордочка стала не такая толстая, как зимой. Всем привет. Ты как это, как его? Как мясо на мангале крутишься. Колбасень. Эй. Вот так себе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да-да-да-да. Ну ладно, ладно, ложись. Вот тебе хвост, накрывай нос. Лиса отдыхает. Видите, ее можно гладить хвост. Лиса на подмену называют. Никакой особой движухи нету. Надо все послушать, все посмотреть. Ну? Зачем вытащила меня? О, ты играть. Прям играть по-серьезному. За хвост? Куда? Иди. Куда идем мы с лисой? Ты толстая, ты туда как залезла вообще? Как это получилось? Вот эти толстые домоучительницы хочет залезть в самую маленькую щель. Опять дома. Все? Переехала? Лисье утро начинается. Ну что, злая лиса ушла? Или еще тут? О, кто-то даже опрокинул лежанку. Ну давай посмотрим, как там со злой лисой дела. Кто-то выкинул кусок мяса из своей норы. Давай это на место положим. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо встряхнуть твою лежанку, а то она вся в песке. Все пришли тебя поприветствовать. Собаки. Пошли, скрипучка, пошли. Ой, делает вид, что ей так не хочется куда идти. Ну ладно, ладно. Пойду я за едой схожу. Еду будешь? Еду? Да, я пошел уже. Вчера только закапывал, опять тут все раскопано. Энергоэффективность Алисы на высоте. Погладится? Нет, погладится нет. Итак, у нас вовсю началась весна. Да, вот Алиска прячет еду, которую она стырила у Белого. Все спрятала. Ой, что такое? Общаться не хочешь? Надо едой заняться. Вот Белый, другое дело. Постоянный друг человека, да? И сядет, и попрыгает. Это Алиса. Это ворона. Знакомая Алиса. Это Белый, который сейчас все испортит. Вот гражданка у нас пришла на кухню. Первое. Если я ее оставлю тут на кухне и уйду хотя бы на 3 минуты, она разнесет всю кухню. Она погрызет все стулья. Это сейчас она хорошенькая. И она хорошенькая, потому что тут я. Она разнесет все полностью. Она сгрызет стулья. Она залезет везде. Ее следы, вот такие вот отпечатки, будут тоже везде. Раз. Да. Даже сядешь? Ух ты какая! Несмотря на все старания Макса, все равно куча икры в пруду. И это значит, будет куча лягушек. Алиса уже спрятала куда-то крысу пойманную. И балдежно гуляет по территории. Пойдем, найдем крысу твою. Пошли. Монстр. Что такое? Опять начинается? Ох, 5:40 утра. Угадайте, кто меня разбудил. Да, вот эта злодейка. Алиса, как так можно? Опять яма. Ай-яй-яй. Самое главное в 5:40 разбудить и дальше не хотеть. Давай, пробегай. Всем спасибо за то, что обратили внимание на мою обувь. У меня, видите, сегодня новый прикид. Называется «Алиса не прокусит». Молчаливая лиса, даже как-то непривычно. Белый, иди сюда. Иди сюда. Белый не идет. Знает, что сейчас получит по старшинству. Алиса уже приготовилась. На счет 3. Алиса. Давай. 1, 2. Нет, еще не готова. Белый. Иди сюда.
Пойдем. С белым здороваться. Белый лег на дороге. Давай, я пошел, а ты подходи. Ой, говорят, тебя давно не было в кадре. Пока белого не было в кадре, вы посмотрите, как он возмужал. О, посмотрите. Да. Посмотрите на этого парня. Ну-ка сидеть. Посмотрите, какие мышцы. Час спорта, и Алиска тусит вместе со мной, конечно же. Да? Как делище? Пады. Команда пады. Кто спрашивал, учу ли я Алиску каким-то командам? Ну вот, учу команде пады. Чесать пузо. Давай. Улыбайся тоже. Вот, кусайся. Вот. Палец на носу. Оп. Самое главное, отойти сбоку. Научилась отходить сбоку и кусать за локоть. Так, вот я развернулся к ней, она опять пошла за локоть кусать. Говорит, не-не-не, ты руки свои ставь там. А? Во. Это команда гладь пузо. Еще есть команда тянись. Сейчас будет потихоньку тянуться, если, конечно, не заснет. Сюда. Вот смотри, шишка лежит, можно дотянуться. Если ты не ленивая. Эй, хозяин, подай сосиску, я уже встать не могу. У нас уборка территории, смотрите. Все убираем. И как выяснилось вчера, убирать может только Алиса. Никто другой. Вчера мы с ней друг другу доказывали, кто же может убирать территорию. Выяснилось, что только она. Алиса, как так можно себя вести? Я надеюсь, всем понравился мой экспромт, когда я побежал от Лисяо. Это она побежала за мной, я цел. Ручки и ножки у меня целы. Разговоры лисы у пустой миски. Все псы здесь, Алиса тут. Белый, говорят, у тебя смешные волосы на голове. Чуп. Да, Белый, действительно смешной ты. Каша. Ну, с голодухи будешь и кашу есть. На самом деле, Алиса уже ела. Так, ну-ка, не надо так делать. Что ты пытаешься сделать, Алиса? Она только что заныкала мясо, и это она воображает. Все у нее хорошо. Но нервически надо девушке повыступать. Я не знаю, что это за такие новые учения. Макс, это, наверное, ты научил. Когда Алиса не откликается ни на что, сидит под крыльцом, как будто ее нету. Но если я пытаюсь пройти на кухню, смотрите, что сейчас будет происходить. Оп! Иди сюда. Давай. Попробуем еще раз. Сидеть. Нет, не так. Нет. Да, сидеть. Так, ну-ка, не кусаться. Не кусаться, сидеть. Хочет меня съесть за плохое поведение. Молодец. Потихоньку обучение проходит. Сидеть. Ждем. Нет, ждем, говорю. Вы-то сидеть умеете, а она нет. Сейчас ее научим, и тогда... О, да. Понятно. Ждем, товарищи. Вы сейчас тоже поедите. Последний кусок, Алиса. Сидеть. Ну вот, видите как. Куда порезала? У тебя воркаут сегодня? Тот уникальный момент, когда можно посмотреть на Макса, который сверху стоит, и Алису, которая лежит снизу. Вот так он подъедает еду Арискину. И вот сразу увидел, что его снимают, и убежал. Вот, бежит с Костю. Бедная Алиса. Разорили ее на Костю. Хотя она ее и не ела. Но все равно жалко. Сразу начала там есть вторую кость, которая лежит там рядом. То есть это вот закон джунглей. Чтобы не досталось лучшему другу. Так, управляемая лиса. Так, теперь ты пошли. Пошли. Удивительная способность Алисы. Давай, куда мы идем? Все слушает и сидеть умеет, ё-моё. Пойдем. Где ты?
Где ты любишь кушать? Где я тебя кормлю? Показывай. Быстрее, быстрее. Бегом, 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 бегом. Наверх, еще выше. Еще. Нет, 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 не сюда. Выше. Выше, 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 выше. Вот кто думает, что лиса ничего не понимает. Ну, все понимает. Так. Ты как туда залезла? Алиса, вылези из пакета. Ну-ка. Ай-яй-яй. 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 Ну-ка давай, слезай. Давай, давай, давай. Знает же, что я ее ругаю. Слезай. Вечером на окнах моль сидит с внешней стороны. Меня подкарауливает. У кого такой длинный нос в эту камеру? Да. Шикарно смотришься, Алиса. Посмотрите на эту колбасу. Сейчас я достану, Алиса. Вот туда. Все. Нет, нет, нет. Нет, нет, не пущу. Да что ж такое-то, а? Все, иди, иди. Иди, иди на улицу. Все. Нет, нельзя, нельзя. Да что, нельзя. Нет, 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 нет. Все, дверь закрываю, дверь закрываю. Так как? Все, вот. Все. Иди прячь в другом месте.